Комментарий главного тренера ВК «Политехника», монтаж «Политехник» Харьков Тимура Урагужи. Ну, сегодняшняя игра обязательно должна была быть таковой, потому что Николаев в своих родных стенах никогда не сдается, он всегда играет до конца и очень часто ведет в счете с соперниками. И мы прекрасно знали о том, что необходимо было с первых минут удерживать этот натиск домашней арены, удерживать игру и быть сконцентрированным. В первой половине у нас были небольшие проблемы на подборе, на щите. Мы проиграли около 8 подборов, если я не ошибаюсь. И хорошо, что ребята действительно во второй половине включились больше в игре в защите и выровняли ситуацию, связанную с подборами. Я очень рад, что сегодня мы реализовали с очень хорошим процентом штрафные. То, что у нас были сложности в прошлом месяце с этим компонентом, в этот раз у нас все получилось. Ну и, конечно же, то, что мы сейчас требуем от ребят, то, чтобы они быстрее переходили в нападение, и подтверждение тому, что это получилось, это 20 очков с быстрого прорыва. Конечно же, это занимает очень много сил, энергии, но это дает свой положительный результат, поэтому мы будем дальше работать над тем, чтобы наша игра была более динамичная, более скоростная, и от этого также и защита будет подтягиваться, ну и, конечно же, забитые очки будут увеличивать как бы, счет на табло. Вот. Спасибо всем, спасибо за поддержку, за то, что действительно в Николаеве всегда баскетбол – это праздник, так держать. Ну и наших болельщиков, которые болеют за нас в Харькове, и руководство тоже поздравляю с победой, потому что это действительно выезд для нас получился плодотворным. Надеюсь, что мы дальше будем наращивать свою игру. Спасибо, Дима. Спасибо.